Я считаю, что город Чебоксары, наверное, он испокон веков уже был чистый. И вот сегодня молодежь, которая подрастающее поколение, вот видит всю эту чистоту, я думаю, это будет на последующие многие-многие годы будет поддерживаться. Я считаю, что город Чебоксары, как они и говорят, сами жители, город, где хочется жить. Поэтому мы тоже хотим также город Ульяновск, чтобы у нас тоже так же развивался.